в общем, ребята, кентуха на проводе. И прямо сегодня, впервые за целый год, я зашел на забаненный аккаунт. Потому что прямо сегодня его разбанили и сняли трейдбан. И мы посмотрим, что же есть в этом аккаунте, что же им осталось. И я очень надеюсь, что этот аккаунт меня очень сильно порадует. Поэтому, ребята, прожмите, пожалуйста, лайк за такое крутое видео. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Всех обнял, приподнял. Начинаем. Ну а теперь давайте я вам расскажу, за что же мне дали трейдбан. Вы еще просто будете орать. Я купил много скинов, ну штук примерно 50. А потом эти 50 скинов продал, когда цена выросла. И после этого я сразу получил трейдбан. Это просто капец. Ребята, это мой очень старый аккаунт, ему, наверное, лет 700, а то и больше. Давайте смотреть, что же это за аккаунт. Ну, ID на пятерочку, вы понимаете, то, что этому аккаунту уже не 2 дня, как минимум. Дальше, ник это бан. Ну, когда мне дали трейдбан, я сделал ник это бан. Все элементарно просто. Ну что же, давайте смотреть профиль. Вот тут, ребята, будет самое интересное, потому что тут все по нулям. Просто все по нулям. Сезон номер 3 по нулям. Сезон номер 2. О, а вот тут-то лучший ранг рейнджер. Это хэштег непогано. Хэштег богатая жизнь. И в первом сезоне, ребята, элита. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, просто посмотреть, как играл Кент ПК. В первом сезоне был элитой. Во втором сезоне рейнджером. А в третьем сезоне вообще никто. Просто пыль. Ну ладно, ребят, не расстраиваемся. В союзниках, ну, я Синпень, у меня нет никакого звания, потому что я на этом аккаунте не играл в союзники. Я вообще на этом аккаунте очень давно не играл. Зашел впервые и... Кстати, да, у меня КД 3.39. Не, ну вот это, ребята, реально круто. Вот тут-то хэштег KenGamerSport. И общий время игры 1092 часа. Так, ну что же, давайте посмотрим историю матчей. Вот тут, ребят, мы посмотрим, на что же способен Кента ПК. Ля, пацаны, посмотрите, я играл больше года назад на этом аккаунте, в натуре. Больше года назад играл и играл в одно КД 7.7. Пойдет, пойдет. Тут, ребят, победа 4-0. Тут играл на первом месте. Да, ребят, чтобы вы не писали, что Кента ПК нуб галимый, вы посмотрите. И тут на первом месте. Ничего себе, киберкотлета. Я прям в шоке сам себя, ребята. Говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Дальше. И тут ник это бан. Обратно играл на третьем месте, даже лучше, чем тик-так. Ну, ребята, ну так-то киберспорт перед вами. Идемте дальше, леди и джентльмены. Это, ребята, клан. Не, ну клан, конечно, у меня мощный. Я даже не знаю, а кто это, пацаны, кто знает? Может, ну, мало ли, там, чей-то одноклассник, или чей-то друг, или чей-то парень. Ребят, кто это? Я не знаю, что это за клан, не знаю, как в него попал. Я просто в шоке. Ой-ой-ой, вы посмотрите, что я видел. Ага, 48 тысяч голды. Обалдеть, как много. 50к голды на этом аккаунте, а я даже не знал, я забыл. Так я богат, оказывается, обалдеть. Прямо сейчас, ребят, давайте посмотрим заявочки в друзья. Как видим, у меня 254 друга, очень много. И 301 заявка. Ну давайте-ка вот добавим, если хорошее настроение. Но теперь самое интересное, давайте посчитаем личные сообщения, какие же мне тут пишут. Ой-ой, парень пишет, а тут пишусь. Кентуха, ответь ПЖ, а то отпишусь. Брат, я не играл на этом аккаунте год, а ты пишешь, ответь или отпишусь. Год не был на этом аккаунте, год, брат. Дальше. Все подписывайтесь на Кента, Кент топ. О, ребят, ну вот это по факту. Кто не подписался, ну бомба галиму остался. Ну, пацаны, прямо в эту секунду прожмем лайк. Обязательно подписываемся и пишем любой хороший комментарий. Дай ПЖ 1 миллион голды. Ничего себе, ребята, скромные. Не, конечно, все понимаю, ребята. Но 1 миллион голды мне бы хоть сюда дал, хоть бы 100 голды. А ты просишь 1 миллион голды. Я просто в шоках. Кем? Привет, дай промокод. Братан, промокоды я вот так просто не раздаю. Промокод надо получить или заслужить. Просто так я раздаю промокоды только в моем инстаграме, ссылка в описании. Ну что же, ребята, а прямо сейчас мы посмотрим, что же там за инвентарь. Я вам скажу только одно, я уже богат. Я просто сам богатый человек в мире, 48 косарей. Давайте, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, everybody! Ой-ой-ой. Обалдеть! У меня 48 косарей еще с клинчером паки. Так, ребят, как я понимаю, это только начало, окей. Листаем вниз, листаем вниз. Райвел боксики, скорпион боксики. Посмотрите, как много разных чармов. Ребят, я помню этот аккаунт. Я на этом аккаунте реально очень давно играл. Ну, блин, вы просто посмотрите, насколько же я богат. Легендарки даже есть. Может, крафт сделал? Не, на крафт не хватает. Так, листаем. Обалдеть! Сколько всего! Сколько крутых наклеек, сколько крутых скинов. Да, ребят, рарки мы на них даже смотреть не будем. Рарки это дефолт. Меня интересуют именно одни арканы. Так, листаем, 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 листаем. Блин, как же много наклеечек, пацаны.
Фуриус Кейсики, вы чё, серьезно? Обалдеть! Короче, пацаны, я вам обещаю, что прямо сегодня мы их откроем. Не все, конечно, но немножко откроем. Немножко можно. Обалдеть. Я просто богат. А сколько они сейчас стоят? 300 голды. А сколько стоят Хэллоуин Чармпаки? А ну-ка. 875. Так, блин, так я богат, оказывается. Так, ребят, листаем самый-самый низ. И у меня еще есть даже три ножичка. Ничего себе, я просто не верю, это не сон? Это не сон? Я хочу себя ущипнуть. Ай, блин, больно. Нет, это не сон, все, я понял. Листаем вниз, листаем вниз. Charm Project Zone 9 есть, легендарка, вау. Арканы пошли. P90 Samurai Star Trek. Вот она, богатая жизнь. Я ждал этого момента всю мою жизнь. Чего? G22N Star Trek за 4К голды? Ого-го. Ого-го. Вы просто посмотрите, как много разных аркан, как много разных легендарок. Вы посмотрите, сколько у меня легендарок статреков. Ничего себе. MP7 Туерс даже есть. 400 голды, которые стоят. Я просто в шоках. Статрек Фомас Бигл с Хэллоуин наклейкой. Я до сих пор не верю, то, что это не сон. Ребят, вы серьезно сейчас? Вы реально серьезно? Это мой аккаунт? Я просто в шоках. Короче, пацаны, я подарю вот этот G22 Nest. Если вы прямо сейчас прожмете лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И напишите, почему должен подарить этот скин именно вам. Потом, пацаны, пишите. 5 minutes later. Ребята, если честно, то примерно на этом моменте я понял, что видео вышло слишком коротким. Поэтому мне придется открывать Фуриус Кейсики и Хэллоуин Чармпаки. Честно говоря, вы даже не представляете, как же меня душит жаба. Ладно, ребят, давайте начнем с чего-то такого дешевенько. О, Фейбл Кейсчик, да ты что, то, что доктор прописал. Мы его открываем, и нам выпадает, ну, ребят, ну, как обычно. Что на том аккаунте не везет, что на этом выпадает MP7 Лич, ну, который стоит 20 голды. Так, ребят, ну чё. А вот теперь-то и начинается наш с вами контент. Кстати, сколько у меня Фуриус Кейсиков всего? Кажись, штук 18. Ну, походу, сейчас будет 17. Дело будет на Керамбит Дарнглэс, брат, родненький, выпадите, прошу, ради семьи. Давай, или Керамбит Клуб тоже было бы неплохо. Давайте, ребята, прямо сейчас. 5, 4, 3, 2, 1. И... Ребята, верим, надеемся, любим, ждем. АВМ Scratch, да ты что? Просто самый везучий человек в мире, ребят. Ну это просто трындец. Сколько я потратил голды и выпало вот этот какаха, блин, я даже найти не могу этого АВМ Scratch. Ладно, короче, а, нашел. И сколько он стоит? 4 голды. Так, ребята, я вот это не одобряю. Вот такой вот юмор я осуждаю. Поэтому, ребята, прямо сейчас мы выбьем керамбитик. Керамбит, брат, пожалуйста, я тебя прошу, ну будь ты человеком, ну выпади ты в конце концов. Давайте, ребят, 3, 2, 1. Керамбит, выпади, прошу, давай. Ой-ой-ой, как много легендарок. Опять АВМ Scratch. Да иди ты знаешь, куда АВМ Scratch. Не, пацаны, я просто ненавижу АВМ Scratch. АВМ Scratch это реально скин для нубу. Так, давайте, может, стрим из скирпака на выпаде хоть что-то хорошее. Ага, я понял. То есть вот эти стикерпаки, чтобы понимали, пролежали тут больше года. И с них как раньше падали одни какахи, и сейчас падают одни какахи. Ничего, ребята. А вот сейчас-то пойдет реальный контент. Я не знаю, вы готовы или нет, но я готов открывать Хэллоуин Чармпака, ребята. Леди и джентльмены, уберите детей от экрана, просто давайте. 5, 4, 3, 2, 1. Погнали. Пожалуйста, лишь баркан, паучок, брат, паучок! Ой, легендарка, хорошо стоять, нету, где метла! Да ты что, и сколько она стоит? Сколько голды мы простерили? Она стоит 34 голды, а чё так дешево? Я просто не верю. Как сказал мой дед, я твой дед. Поэтому, ребята, давайте-ка мы еще один Фуриус Кейсичек. Опа! Иди сюда, ща будет аркана, чувствую, притягивай аркану, Давай хотя бы что трек! А, понял. Desert Eagle Red Dragon. Да ты что? Да ты что? Иди сюда! Ничего страшного, мужики, запомните. Как говорил я, это я. Погнали, мужики. Честно, цитаты великих людей. Просто, ребят, не кем-то ПК. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне прям стало не по себе. Так, ну чё, Хэллоуин Чармпак, брат. А можешь хотя бы ты меня сегодня не расстраивать? Сегодня хороший день. Светлое утро. Все прекрасно, все великолепно. Пожалуйста, Хэллоуин Чармпак, я в тебя верю. Не подкачай. Ну что, ребята, давайте. Я не плачу. Нет, я плачу. Нет, я не плачу, Надо быть сильным, И мне выпадает чиби. Чар-метеор. И дайте угадаю, он тоже стоит 30 голды, да?
А, 76, ничего себе, я удивлен. А что этот чар-метеор? Рарка стоит 86, а зато эпики стоит по 35 голды. Зашибумба, я не понимаю этот мир. Так, ребят, ну что, давайте дальше просирать голду и открывать дальше Furious Кейсики. Ну что, ребят, я делал буст раз, я делал буст два. Ну, возможно, совершится чудо. Возможно, что-то произойдет прекрасно. Возможно, мне выпадет какая-то аркана статрек. Ну, только не P350 Respirit, она очень дешевая. Вот Фомасик Юри или Керабитик какой-то. Все, братва, собрались. И без лишних слов, просто как мужики. Поехали! Давай, 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 так, одна аркана прилетела. Опа, вторая аркана прилетела! Ха. АКР Спорт. Даже не статрек. Не, ну если бы статрек, я был бы не так зол. Мы хотя бы плюс-минус бы купились бы. Я открыл почти уже 5 Furious Кейсиков, и все мимо, нет пробития. Так, ребята, я только что узнал метод, как выбить правильно аркану из Furious Кейсичка. Вначале мы открываем Rainbow Sticker Pack. Один, да? Выбиваем рарку. Все хорошо, все ништяк. Окей, закончили. Открываем Rainbow Sticker Pack номер 2. Тоже выбиваем рарку. Выходим, 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 все идеально. А вот теперь-то, ребята, сейчас мы выбьем аркану. Ну что, ребят, вы готовы или нет? Прямо сейчас у вас лайк, подписка. Ну что, ребят, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Только победа, только вперед. Так, стенда 2. Если сейчас не будет аркана, я на этот аккаунт еще 2 года не буду заходить. Опять ММ Скрэч! Не вижу этот скин. Как? 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 Я открыл миллиард Furious Кейсиков и выпал миллиард ММ Скрэч. Да блин, пошел, знаете, куда-куда подальше. Ну что же, ребята, в принципе, это все. Обязательно прожмите лайк, напишите любой хороший комментарий и подпишитесь на мой канал. Не забудьте подписаться на мой инстаграмчик, там еще куча разных халявных промокодиков. На мой телеграмчик. Все ссылочки в описании, всех обнял, приподнял. Всем удачи, всем пока.